Привет всем, дорогие друзья, с вами Ночная Пума. Сегодня я буду выживать за Диморфодона вместе с Варей. Это вторая часть выживания за Диморфодона. Итак, погнали. Так, летим, в общем, мы на Рекса сейчас. Вот у нас тут Крок есть, а вот Рексик. Не попало, ребят, не попало. Надо его сагрить, он пока что немного не понимает. Он не попал по мне. Он не попал! Это было очень близко. Давайте у них сейчас хавку попробуем скинуть. В общем, птер за нас, ребята. А все. Так, все, давайте попадаем. Попробуем. Вот, посмотрите, кто тут у нас такой хорошенький маленький. Ха-ха-ха. Неполадочка, я тут встретила, в общем, своего парня по игре. Ну, в общем, сейчас поздоровались. Надеюсь, он согласится стать частью моей стаи. А пока что я патрулю вот этих вот гадких. Церковь. Сейчас будем собирать, в общем, стаю тут. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, ой-ой-ой. Не туда полетели, в общем-то. Вот у нас тут парочка. Пара. Давайте покусим пару. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, ой-ой-ой. Вот этот троодон, сейчас мы его будем троллить. Извините, я заболела. Достаточно серьезно. Насморк, кашель, вот это все, в общем, трахеит. О боже мой. А, у него птера есть, блин. Мне нету птеры. О боже мой. Очень неприятная болезнь. Вон, посмотрите, что там происходит. Ой-ой-ой. Че, погнали, что ли? Ты че тут стал? Ты че не помогаешь мне? Ах ты ж. Ты ж собака сутулая. Я его куснула, ребят. Во.
нет. Диморфодона. Ну, что же. В общем, это будет, видимо, по всему, судя по всему, это будет одиночное выживание. Блин. Блин, не получается. Ха-ха-ха. А давайте мы... Лёва прилетел. Ух ты, молодец. Блин, блин, блин. Ох, из-за этой болезни у меня просто издаю какие-то неземные звуки. Да. Ладно. Давайте мы, типа, подразним. Кем этот Пахи себя возомнил? У меня вопрос. Непонятно. Еще птера! Еще птера! У-у-у. Ребята, смотрите на этого Пахича, ой-ой-ой, как я ржу. Вот, смотрите, динозавр, вот он у нас, вот, вот, вот динозаврики. 37 динозавров. Погнали, в общем-то. Давайте, давайте. Пытаемся, пытаемся. Я по нему попадаю. Тросик есть такой.
приятно, что он может прям с одного удара меня убить. Ну, то есть, вот смотрите, птера. Птера сильная, которая. Я, которая слабая. Я тебе отомщу. Ага, я попала. Ура. Я попала опять. Посмотрите, кто тут. Тут крок. Мое преимущество в том, что я могла убить крокодильчика. Могла. Там сарказух. Вон. Ну, чё. Да. Тут меня ожидает вот такой вот сюрприз. Это Рекс. В общем, давайте посмотрим, что тут. Ну и ну. Ну и ну. Так, кто тут у нас на сервере присутствует? Неясно. Смотрим. Давайте так. Варя. Так, дальше. Земноид не на этом сервере, а тут у нас аллозавры где-то дерутся. Ну что, пошлите их троллить. Вот. Это динозавр никчемыш. Блин! А, это цера! Это цера. Это цера, это цера, это цера. Я болею за церу.
Да. Обидно достаточно. Еще раз повторю, если вы знаете меня, мой канал, хотите, чтобы ко мне в друзья, вы, если хотите вы, чтобы ко мне в друзья, то пишите в чате, вот я хочу к тебе в друзья, прими меня в друзья, потому что я регулярно очищаю список друзей, те, которых я знаю, мои подписчики или какие-то там... Не подписчики, ну, в общем, те люди, которые мне значимы в друзьях, я их оставляю. А те, которых я не знаю, может быть, случайно там привела, я удаляю. Поэтому знайте это. И обязательно пользуйтесь моим советом. Шарку маленький. О, аварий больше. Самое прикольное, что вот у таких вот зверюшек не портится комфорт. Не, не, совсем нет. Будет крутая фоточка. Да, вот это вот класс. В общем, мы летим сейчас троллить Сарку. Земноида убили. Ну ничего. Будем ждать его возвращения. А нас тут сколько? Опа. Нам еще один, в общем, присоединился к Теру. Его убили. Меня чуть не погрызла Варя. Так. Вот спинка. Спинка пришла. Ну и ну. Ну и ну. Скорее всего, не буду видео снимать еще, пока болею, потому что сами... Видите, я кашляю. У меня очень горло болит. Вот, вы не представляете. Реально очень сильно болит горло. Поэтому я снимаю через силу. У нас еще семеной пришел. Ну, теперь тут взбучка. Вот серьезная взбучка церы. Вот это вот те церы, которые такие вот, как бы не очень. Ну, кстати, покусали церок. Или это они себя сами покусали, это, или это мы их. Опа! Люди, тут цера убила церу. Это по случайности вышло, скорее всего. А вот спинка. Все, теперь цель спину. Thank you.
Я возвращаюсь. Полет дивный. Слушайте, а где эта зараза? Я не понимаю. Где, где, где? Вот, вот, вот. Так. Сейчас летим добивать, в общем. Засранца. Хо-хо-хоешки, хо-хо, конечно. Ну, 100% уже не наш выигрыш. Потому что, если бы я там остался, я бы, скорее всего, его добил. Но стамина у меня уже было мало, поэтому... Сами понимаете. Все. Дело за малым. Сейчас убьет спину зеленую. Все, погнали, 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 погнали. Я убила его! Люди, 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 я убила. Давайте у него стырим мясо. А, мы долго будем тырить. Он очень уязвим. То есть прям он реально очень сильно уязвим. Смотрите, он просто... Его тактика свалить. Он сейчас взял тактику «Неприступная скала». То есть, смотрите, если мы полетим со стороны... спины, то есть он просто, мы воткнемся в стену, и он нас сразу же кусит, и все, конец. Так. К нам подключился зиминой. Я хотела фотку сделать. Все, мы его добиваем, ребят. У меня голос, блин, пропал. Ой-ой-ой. Все, теперь у него тактика уже поменялась. То есть он в безвыходном положении сейчас, ребят. Он в безвыходном положении. А мы его можем запросто добить. Thank you.
Вот он, голубчик мой. Меня просто задолбало, вот серьезно. Я решила все это закончить с этим, то есть все. Капец, просто этому спинучу. Все понятно. Ну чё ж, все реально очень запутано. И спина от нас сбежал. Очень жаль, очень жаль. А это вообще не спина. В общем, все с ним понятно. А мы его не добили. Очень-очень обидно. Очень-очень, ребята, обидно. Спина, если ты меня сейчас смотришь, то знай, что ты трус. Ты очень сильный трус. Ты не смог победить. То есть у тебя вот он. Кстати, вот он этот вот. Скотина.
собственно говоря, все дело сделано. А мы его победили все-таки. Мы его победили. Мы сделали это, ребята. Мы это сделали. Все, мы молодцы. Кричим на радостях. Кричим. Очень рада. Очень-очень, ребята, рада, в общем. А на этом все. Всем пока, ребята, и всем удачи. Кому понравился этот ролик, кому он был интересен, не знаю, полезен, может быть, кому он доставил радость, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока и всем удачи, ребята.